И снова здравствуйте. Продолжаем обзор проекта FI. Что можно сказать? Можно сказать, что некоторые криптовалюты слишком сложны в использовании и не нацелены на целевую группу. А вот как раз таки проект FI Coin был создан командой для решения этих проблем вокруг блокчейн и создания криптовалюты. FI Coin очень интересный коин, и чем больше людей используют и проявляют интерес к миру криптовалюты, тем лучше. Конечно же, не важно, насколько криптовалюта удобна для использования и для пользователей, сосредоточена на большую целевую аудиторию, если они захотят существовать в ближайшие годы. Сообщество, соответственно, криптовалютное сообщество играет решающую роль в этом. По этим причинам команда проекта решила сказать о своем проекте, заявить. И в качестве заявления открывает ICO со своими технологиями, со своими решениями, вопросом, со своим посттерминалом, который мы видим вот на сайте, да, что также является уникальным решением, которое еще не использует ни одно блокчейн. Ни один блокчейн стартап, скажем так, да, проект. С умной динамичной командой. Давайте посмотрим, кстати, команду. Команда, наверное, доступна у нас будет для обозрения в белой бумаге проекта, да. Так, ладно, дальше. Power in your pocket online and offline. То есть предлагается приложение, да, FI Pay, которое работает будет как онлайн, так и офлайн, что также является очень интересным решением. То есть постоянный идет, грубо говоря, дамп кошелька вашего, и, соответственно, если вы офлайн, у вас все равно баланс как бы какой-то отображается. Думаю, что какой-то процент будет погрешности, и они учтут это. Ну, как бы посмотрим эти детали уже на практике, да, когда произойдет coming soon. Обещают телефон, обещают банкомат, соответственно, что тоже интересно. В основе лежит расширенная версия консенсусного алгоритма DPOC, это Delegate Proof of Stake, который является одной разновидностью, как вы понимаете, Proof of Stake. Да? Система будет работать таким образом, что вместо того, чтобы майнить блоки напрямую, владельцы доли делегируют эту обязанность определенному числу делегатов. Они генерируют по очереди в случайном порядке. И основным плюсом этого алгоритма являются дешевые транзакции, что в данном момент является немаловажным, так как комиссии некоторых проектов оставляют желать лучшего.